Дженнет сама узнала тайну, которую все скрывали от нее на протяжении 23 лет, и эта истина сокрушила ее. Она не знает, что делать с тем, что те, кого она всю жизнь считала своей семьей, умышленно скрывали от нее правду. Единственное, что она может сделать, призвать всех к ответу. Никакого ответа, никакой правды не будет. Достаточно, что у нее нет другого выхода. Дженнет проживает большой скандал со своей матерью Арзу. Она думала, что так будет лучше для нее, и она успокоится. Но ее гнев только усилился, и все будет не так, как она себе представляла. 29-я серия выйдет в эфир 22 апреля в 20:00 по московскому времени на канале АТВ.